Начало строительства этого дома к себе привлекло немало внимания. Поводом стал конфликт, возникший между местными жителями и застройщиком компании «Стройтехинвест». Неделю назад противостояние развернулось на детской площадке, расположенной между домами 46 и 44 по Можайскому шоссе. Именно поэтому общественной палатой было решено пригласить все заинтересованные стороны, чтобы разобраться в непростой теме. Вы все знаете, что у нас проходят комплексные реконструкции многих микрорайонов в нашем городском поселении Одинцово. Не все реконструкции учитывали мнение жителей и учитывают до сих пор. Вот, и поэтому мы сюда собрали, скажем так, и по рекомендациям главы, и по нашим рекомендациям общественным собрали вас всех. Местные жители просто не позволили застройщику начать строительные работы в этом месте. У них ряд претензий и вопросов по поводу возведения монолита под их окнами. Наш дом вообще не брался в расчет. То есть наша придомовая территория, жители дома 46, полностью останутся без придомовой территории. Мотивация застройщика о том, что мы сделаем детскую площадку, детская площадка и вся территория, выделенная под застройку, в соответствии с 214 ФЗ, будет принадлежать на праве общедолевой собственности жителям вновь построенного дома. Формально застройщик имеет все необходимые документы на строительство, но взаимопонимания с жителями все равно нет. Проект планировки предусматривает помимо многоэтажного дома строительство социальной инфраструктуры. Самого корпуса Е будет организована своя детская площадка. Имеется возможность сделать дополнительную детскую площадку в рамках благоустройства. К сожалению, жители не хотят смотреть, как бы и реально знакомиться с проектом. Очень удобная позиция, что можно оспаривать и говорить, что что-то не так. Тем не менее, на все вопросы, которые они задают, у нас есть ответы. Мы с этими ответами пришли, никто не хочет слушать, это понятно. Я надеюсь, что мы в более конструктивном диалоге отработаем это с инициативной группой и как-то там, приблизимся к тому самому компромиссу, которого мы хотим достичь. По словам застройщика, в новый дом планируется переселить порядка 40 квартир из ветхих домов. Поэтому для многих этот монолит необходим. Сам проект этого дома уже давно сформирован. А на его изменения понадобится время. Это займет не меньше года. Вот. И, во-вторых, надо понимать, что у застройщика есть экономика строительства. Да? Сводится к чему? Что на каждое, вот как в Москве говорится, да, сейчас 25 миллионов квадратных метров пятиэтажек, да? Чтобы снести, нужно построить не меньше 60 миллионов. Да? То есть коэффициент как минимум там 2 должно быть. Вот. Это с этим как раз связана такая этажность, с этим связано такое, так скажем, уплотнение существующего микрорайона. Так, к сожалению, работает экономика строительства. Собрание заинтересованных сторон по дому на Можайском шоссе 46 получилось весьма эмоциональным. Каждый высказал свое мнение и услышал то, что хотел. Выслушали мнение всех инициативных групп и жителей Одинцовского района и города Одинцова. Последнее слово все-таки за исполнительной властью в лице нашего главы района. И от той ситуации, найдет ли компромисс компания «Стройтехинвест» со всеми недовольными их застройкой, как бы жителями. Это первое. Общественная палата – это площадка для обсуждений. На данный момент ситуацию под контролем держит глава Одинцовского района Андрей Иванов. Он потребовал остановить строительство многоэтажки и найти устраивающий всех компромисс. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».